Nokia Lumia RM1127. Значит, hard reset. Мы его вырубаем. Сейчас сделаем на нем сброс настроек. Кстати, вот батарейка, то, что на 30% может не дать, может попросить батарейку посильнее зарядить. Поэтому мы заранее ему подготовим зарядку. Кабель зарядки. Кабель зарядки воткнем попозже. Значит, что мы делаем? Мы зажимаем на нем минус и питание. Две клавиши держим. Экран загорится, питание бросит, а минус продолжит держать. Загорелась заставка Microsoft и загорелся восклицательный знак. Значит, повторяем за мной. Плюс, минус, питание, минус. Плюс, минус, питание, минус. Сейчас он пойдет делать какие-то свои операции, а мы воткнем ему зарядку, чтобы все это делалось на заряженном аппарате. Либо нужно его зарядить заранее. Сейчас чуть-чуть подождем, какие-то шестеренки должны появиться, там какой-то сброс должен начаться делаться. Пошли шестеренки, и в принципе пошел сброс. Вот здесь полоска, не знаю, видно вам ее, не видно будет. Как только она заполнится, телефон перезагрузится. Дольше обычного будет включаться, минут 10-15, и включится чистый. Сброс убирает лишь мелкие косяки, типа забытого графического ключа, там, пин-кода какого-то мелкого. Для чего-то более серьезного, типа пин-кода антивируса и так далее, нужна прошивка. По прошивке есть плейлист Microsoft Nokia. В нем есть все видео, как прошить любой Microsoft, любую Nokia автоматизированно, без, так сказать, танцев с бубном. Если нам не поможет этот способ, мы еще его прошьем, и я к этому видео прибавлю. Если нет, то как бы смотрите отдельный плейлист. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.